Всем привет, меня зовут Сергей Серебряков. Наконец-таки снова я с вами. Наконец-то Сергей вернулся, он ездил на учебу, а мне без него было очень плохо. Я, мне кажется, тренировалась совершенно неправильно и несколько раз косячила. Боюсь, что результаты месяца будут ужасны. Хоть вес у меня и не рос, но мне кажется, все-таки что-то в моем организме происходило не то. Что у нас с замерами по Вике? В общем, вроде бы померились, вроде бы объемы ушли, да, они действительно ушли, вес, да, снизился, но жира стало больше, мышц немножко тоже меньше стало. Вот. В чем может здесь быть дело? Ну, первое, что произошло, у нас слилась вода, у нас начала лимфа нормально ходить по организму, ну, или примерно нормально. За счет этого у нас ушли объемы, вес снизился. Жир у нас не ушел, потому как, скорее всего, есть нарушение в пищевом режиме. Вика где-то чего-то съедает, такого, что влияет на построение жирных клеточек и увеличение жира. Будем разбираться, что там не так. Сегодня Сергей мне показал совершенно новую программу, которую он учился на учебе. Это стат-динамика. Это совершенно другое, чем я привыкла делать в спортивном зале. Это не штанга, не жим и так далее. Это статические упражнения, от которых очень сильно устаешь. Я сегодня опробовала только одно, и мне уже было тяжело. А что уж будет, когда буду заниматься этим целый час, мне страшно подумать. Мы решили разучить разминку, которая идет перед основной программой изотон. Поэтому ее немножко сделали, чуть-чуть растянулись, подвижность суставиков улучшили. И в конце, чтобы уж совсем ей не было обидно, мы сделали стат-динамическое упражнение, чтобы поднять гормональный фон. И немножко у нее жирки начали снова гореть. Следующая у нас тренировка будет тоже посвящена полностью изотону, но уже основная программа. Что и чего мы будем делать, я потом расскажу. И для чего мы вообще ее делали. Ну а следующая неделя у нас уже пойдет по плану стат-динамическая тренировка на все группы. И преобладать будут у нее в большей степени именно стат-динамические тренировки, потому как при таких тренировках у нас больше выделяется в кровь соматотропного гормона, либо еще его называют гормон роста. Он очень хороший липотропик, поэтому основное внимание именно таким родом тренировкам. Силовая будет тренировка, но незначительная и будет не так много. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что действительно это приведет к очень хорошим результатам. В общем, я думаю, что все еще впереди. Очень много интересного.